Как мне на лошади переплыть? Огромное расстояние. Но она плавает вроде, не? Не, она тонет. По дну плавает. Серьезно, что делать? Ее можно в лодку посадить? Ну, вроде нет. Уи-да. Ой, блядь, тут еще и луна черная. Мерт. А чё при черной луне? Мерт, говорю же. Её нельзя скипнуть? Можно. Скипнем? Кипни. Раз, два, три. Блин, я забыл. Или нет?
Может, поспим? Уже поздно. Да только середина. У меня уже нет возможности поспать. Теперь с каждой стороны. Слав, тут рейдеры пришли. Прикол. А я даже ни при чем. Чем твоя монструозная ферма? За деревней. За какой? Которую ты мне показал последнюю. Я вот сейчас на 230 2500. Где деревня? Где Евсе? Где я? Сколько там? За 2300. 2300. Это мой дом, по крайней мере.
x в моем случае с деревни минус 300, а z 200-300. Ой, 2-300. 200-300, 2-300, что? Ладно, я нашел свой особняк. Кирик, где ты? Я лес рублю. Хорошо, куда тебе можно свалить кожу? Ну, куда-нибудь в сундук там. Окей. В любой. Сейчас. Ты там сам тогда поставь, где хочешь, зачаровательную хрень. Положил слева от входа сундук. Окей. Бумагу у меня в сундуке возьмешь. Чтобы грядку не иметь, на шифту надо ходить? Нет, просто да. Можешь по ней бегать, но не прыгать по ней. А-а-а. В смысле, теперь так? Хорошо. Раньше шифтом так. Тебе же еще, наверное, бумага нужна, да? Ну, тут где-то была рядом эта какая-то. У меня 4 стака есть. И книжки заодно захвачу. Блин, лошадь удобна. Есть только по деревьям не прыгать на ней. Давай там это делай быстренько. Зачаровывайся. У меня тут ферма. Что за ферма? Ферма пшеницы. Mm. Морковки. Ты должен был сказать, да это хрень, вот у меня ферма железа, алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Ебать, что это? Так, у меня наушники правильно надеты? Да, правильно. Холоп! Целуй ноги своему господину! Нихуя, ты еще и это у тебя... На, морковку. О, спасибо. Покормлю. Псину свою. Теперь как это лошадь? Так. Да. Лошадь ешь. Лошадь не ест морковь, вот дура. Нет случайно стекла? Я тебе сказал, у меня в рюкзаках, в ящиках. Я там все забрал вроде. Там охуел, ты видел сколько там, блядь, стекла было? Там я стак забрал. Там было 4, куда 3 дел? Не, ну... Не поставили. Так.
Ой, подожди. Толкнул бы лучше этого бы. Голема. Он сам не доплыл. А потому что нету этих бокам. Ты уверен? Я надеюсь. Чтобы этот заглот. РГГ. Так. Правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Начинает размножаться. Я еще блоков у него это выглядит. Трех сторон. Было нам нужно поспать. Ну что же теперь к тестам. За час такая ферма приносит около 800 единиц железа. Я считаю, что это довольно-таки неплохой результат для такой простенькой фермы. Ну что же, друзья. Вот это самое. Из чего наковальня крафтится? Как ее крафтить? Металл и железные блоки. Железо и железные блоки. Угу, железные блоки.
У меня таких нету. Опа, и тут приходит на помощь. Ну что ты теперь скажешь? Ладно, ладно. Признаю. Хорошо. Ладно, так уж и быть. Через сколько ты мне дашь железо? А сколько нужно блоков? Да мне, блядь, наковальня нужна. А? Три блока. Раз. Через 14 часов. Тихо, да не-не-не-не. Раз, два, три, забирай. Хорошо, сейчас приду, стекло притащу заодно. У меня, говорит, нету. Как было 4 стака, так и лежит. Морковь, мне нужна морковь. Один стак есть. Сколько тебе костей нужно? Это уже не, уже не надо. А, хотя не, подожди. Хотя, по идее, надо. Да, ну, штук... В идеале, наверное, 40 сойдет. Я там просто в аду наубивал скелетов. Думаю, у меня будет. Это... А, кровать надо. Для кровати, короче, крафтим. Ну, для кровати. Шерсть. У нас вокруг куча овец, почему ну, да, ты не пострижешь? Я бегу, стригу. Ну, сейчас просто... Каким занят. Бегу парочку. Так, где? У меня с собой. Что тебе нужно? Стекло, шерсть. Ну стекло же не нужно, я крафтил. Шерсть нужна. Немного на самом деле. Этого кости. Кости. Все, больше ничего. Камнерез. А нет. Золото. Ты говорил, все золото надо. Золото? Помню, пока нет. А, это потом, когда вагоны. Вагоны. Ферма железа, кстати, работает только днем. А, ребят, хотите прикол? Крипер не может перейти железную дорогу. Вы знали? Алло. Я думаю, может. Не, вот он тупит. Это, покажись ему. Не-не, он за мной просто бегает и встал. Ну, тупые. Так. Я не знаю, чем что-то надел, но зомби-жителей очень много. Да ничего не надел, просто у нас зомби-жители. Надо было осветить побольше деревню. Вот, пока.
спать? Давай. Лег. Все. А лошадь нужно кормить? Вопрос. Вроде нет. Ну, ее только приручить надо. Да, я забыл. Ах, тем. Тут овцы не стрижены. Так. На. Спасибо. Так. Эндермен железную дорогу своровал. Блин. Ну, там... Там, короче, когда они на лодке сидят, там такая сумасшедшая инерция, что там даже если нету этой... дорожки одной, вообще пофигу им. У тебя лодка по железной дороге ездит? Они вместе стакаются, короче, и там, да, там такая жесть начинается. Лодки. Лодка садится на вагонетку. Пипец. Ты случайно это заметил. Блоков. Кровати поставить неправильно. Так. Все от меня и одно влево. Так. Так. Не понял. Раз, два. А.
На починку съедается уровни? Или они просто требуются? Снимает. Блин. Ну тогда я думаю, сначала лучше зачаровать, а потом чинить. Построил, Кирь? А? Поставил зачаровать на стол? Давай, 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 давай. Мне нужна кирка. Что такое стол кузнеца? Что он делает? Бля! Да. Слово снова забор. Если я стукну по своему забору, у меня вместе с ним дом обрушится. Буквально весь. Я, наверное, ливну после этого. Надо что-то с этим сделать срочно. Бля, еще и топор за счет этого сломал. Я говорю, мангровое дерево, я одно срубил, у меня топор алмазный полностью сломался. Бля, откуда ты тут? На лошади. Огородник, садовод. Давай, блин, давай. Мне зачаровать нужно кирку. Пойти в ад и в аду устроить ад. Так, лодка, вагонетка, лодка и вагонет. Успел вагонет. Так, что у нас по количеству жителей в городе? Раз, два, три. Хорош. Четыре, пять. Шесть. Семь. Окей, нормально. Фак, что ты делаешь? Откуда у тебя поршни? Скрафтил. Откуда еще? Ну, разве с адских слизней падает слизь? А, это не слизневая, это обычная. А, да, да, ладно. Слизней я еще пока не встречал. А что ты делаешь? Ну, с них надо водичку пустить. Готовы поспать?
еще рано. А может и нет. Хорошая кровать, добротная. Вы уже легли, да? Да. Вдвоем, вместе. Выспался, но жопа болит. Он меня щупал. Давай. Хорош. Что за плавильная печь? А там быстрее гораздо железо плавится. Да, ты железо, чё? Золото. Класс, надо таких сделать. Передавай, блядь, строй! А чё, твоим не могут, что ли? Сколько мне хватало? Два? Блять, уебался. Бля, их же подводить еще надо, ёпта. Ну снизу подкопаешь, боже, это несложно. Там вода. Снизу вода, а зачем сверху вода тогда? Чтобы красиво было? Чтобы запустить воду, и она собрала всю эту хуйню. А-а-а. Ну, тогда еще сверху строй один уровень. Или как-нибудь, ладно, как-нибудь попробую подвести. Слав, а ты обсидиан добыл? А чего добывать? Да, надо принести, у тебя нету? У меня есть один. А нужно три? А нужно вроде три. Сколько книг надо? Шкафов книжных? Четыре надо обсидиана. А шкафов книжных... Так, надо посчитать. Я просто коров созрели. Там еще, я думаю, кожи 20 будет где-то. Если надо. Вроде бы либо 33, либо... Кто умирает? Кто умирает? Либо 33, либо... Сорок пять. Шкафов. Шкафов. Обалдеть, чё так много? Такие дела. Ну смотри, бумаги точно хватит. Кожа может не хватить. Ой, сори, да, только чат увидел. Привет. А, Феликс говорит 6 штук. Нет. А. Обсидиан. Хорошо.
Мысли нет. Так. Так, что мне надо? Надолго это, Кир? По времени? А? Ты долго будешь делать? Ну, я крафчу себе это. Ладно, позовешь. Я пойду Тимур доебывать. Окей. Еды принеси. Просто морковь не могу тратить. Пожалуйста. Я только сладкий хлеб. Нормально. Я ему питал в последнее время. Где его построить? Где хочешь, вообще пофигу. О, блять, для него тут идеальное просто место. Правильно. Ну и прекрасно. Прям возле дома. Где их старую грядку, блять, выкопал? Немного стекла. Блин, он бежит, не убежит, интересно. Подожди, это один блок, да? Он бежит. Или нет, подожди, один блок. Голод убивает, серьезно. Я тут с хлебом. Блять, я туплю, не могу понять, как мне забраться на. Сломав. Я думаю, голода нет. Давно я не хавал. Спасибо. Это прекрати, а то чувак не дает добраться, пока ты это кидаешь. Спасибо. Да, ну пока еле-еле. Где железо? Там будет. А все будет. Так, у них там суета началась. Погоди, не корми их только ничем. Я не собирался, блин. А то заболеют, умрут еще. Непроверенные. Только погод. Как рыбки, блин. Это не так даже все. Так, поехали. Два стака морковок. Это дерьмо им нравится. Все, Слав, можно. Кайф. Сейчас я посмотрю, как Тимур размножает жителей. Вот этот блок, наверное,
Так, у них происходит. Происходит. Что-то происходит? Блин, нам надо... Да. Чёрт. Так надо... Срочно... Вторых завозить. Дима, как так? Раз. Или... Семь. Кирку на эффективность из кварца же будет больше опыта выпадать. Нет. Он просто быстрее долбить будет. Опыт вообще никак не это не бустануть. Хреново. Показывай, где ты построил. Возле дома. Узурит. Эффективность 4. Спасибо. Можно и починить. Поспать не хотите? Ребят. Я лег. Кир. Лег. Мне что-то так все падло перетаскивать внутрь дома, все сундуки. Сделай ферму. Да какую ферму? У меня кирка есть. Смотри. Распределить медло. Лав, ты, кстати, алмазы не забрал. Да пофиг. Что, Тимур? Распределительный ферму разделай. Чтобы она тебя распределяла. Кидаешь все в эти... Как там... Воронки, она тебе все там будет распределять. Пойду лучше накопаю 2 стака алмазов. Так. Давай. Эффективность 4, блять. У меня есть второй шанс. Сколько ты хочешь? Я хочу удачу. Мне эффективность и прочность. Удача не прокнула. Ты, кстати, в курсе, что ты их объединять можешь? На наковальне. Я иду. Прочность... 3, удача 3, эффективность 4. Обалдеть, вот эта ситуация. Вот у меня 26 уровень, я что, сосу получается теперь? Сходи в ад, кварца просто наебашь и все, и у тебя быстро апнется. Где у нас ближайший портал?
Возле дома у меня. Чё, все у тебя? Между нашими домами вроде. И Слав, кстати, их чинит лучше объединением обычной кирки, ну, алмазной, с, ну, с зачарованной на наковальне также, а не в этой, не в ремонтной этой хуйне. А почему? Ну, так дешевле получается по опыту. Да, дешевле. Ну, ладно. Теперь я пойду уголь копать, блядь. Угольков пойду копать. Дать им? Угу. Докапываться до угольков пойду. Не вижу порталов. Ну, где-то рядом с домом. За фермой, вот, которую я строил, там. Еще одна ферма. Животное, животноводственное. А, вот, вижу. За холмом. То есть до этого это был баг, что ли, что он боком так есть, или сейчас ты ему надо ровно был. Приятненько, конечно, с киркой на удачу железо копать. Знаешь, как, когда будет реально приятненько? Это когда, типа, как пупырышки будешь лопать железо и камни. Что? Ну, на скорость поломки блока.
Зачаруешь? Ну так это и есть эффективность. Я о том, что приятно, что выпадает не одно железо, а куча. Из-за удачи. Будь здоров. Дурак, блин. Блин, тут житель, короче. Я сначала по нему ударил, потом он сел в лодку, а лодка была в блоке, и он начал умирать, короче. Вроде выжил. Вот какой-то шубудной теперь стал. Блин, только 11 так моркови. А, у меня кости прикинь. Или ты не знал? Я был. Я в аду. Поспали. Блин, крышу сам.
Сколько там уровней уходит, когда ты одну кирку делаешь? Три. Может, просто там больше тридцатки сразу на это. Ну, я вот тоже так думаю, уже 32, и я затрахался. А точно нету способа быстрее опыт фармить? Точно. Ферма опыта. Принцип такой, что просто будут мобы появляться, а ты будешь стоять и получать опыт. Они будут падать с высоты, разбиваться и фармить опыт. Ну, самый простейший. Походу, реально сейчас надо будет строить, потому что я, можно, наверное, процентов 5 кирки сломал. Набрал всего пару уровней. Просто почти закончил. Окей. Попей. Ну, есть еще один способ. Очень тебе быстрый. Он не понравится. Звучит тебе, Тимур, не понравится. Блять. Уже не нравится. Так. Ёбну дракона. Мы их подкопим, чтобы ёбнуть дракона. Так, ладно. Мне надо сейчас туда отправить, ребят. Приводи Эри. И тут тоже криво, или? Вроде ровно. Ровно. Они там. Тут это. Овечки, вы где? Тим, у тебя ферма железа работает? На 1/4. Ну то есть ты сколько же... сколько она вырабатывает за... Ой, забей, лучше не спрашивай. За минуту. Ну короче, будет вырабатывать 800 в час. Если... Где мирные... Ну... Голем, ты же мирный чел, да? То есть он считается как отдельный моб, ну не как эти зомби и да, прочее. Мирный. Поэтому, по идее, плевать на какой высоте мы его делаем, хотя... Если на нее кап не влияет, то все окей будет. Если бы стоял мод хай-тек, то мы бы могли сделать автошахту, которая бы, ну, вглубь копала и собирала бы все ресы и распределяла их по сундукам. Мы можем это и ванили сделать. Ну, по крайней мере, распределение. Нельзя. Распределение может. С распределением может быть, но это как ее... Как называется? Ну, то, что копать понял. Будет само, этого нельзя сделать. Это нельзя. Не, ну можно... Ну это отдельная история, типа отдельная идея. А, можно динамитную эту глич сделать, чтобы динамит падал постоянно, взрывал вниз. Нет, это фигня. Ну да, да, да. Он будет уничтожать блоки, а там, короче, чисто идет такой, ну типа как 3D принтер идет такой, собирает блоки.
Эх, а вот бы мы поставили РПГ мод, там можно было бы... Мы поставим все мод. Нет, мы... А все мод нельзя ставить, они будут конфликтовать между собой. Нет, в смысле, куча разных серваков. Я же говорю, просто в ванилку так зайти, покайфовать, там зайти в РПГ покайфовать. У меня три кирки и все на эффективность. Чё, у меня книжкой? Книжкой скипать. Так, ладно, пришло время открывать. Я не понимаю, Керри, объясни, что делать. На наковальнях объедини. И у тебя получится эффективность не 4, а 5. А я хочу на удачу. Как мне, вот, например, найти зачарование на удачу? Только это как вот так вот. Рандомить. Шелковое касание. Это уже пизжи. Ну да. Ай, ну ладно, шелковое касание, так шелковое касание. Ладно, Кир, я тогда буду тебе приносить шелковым касанием. А вот шелковое касание — это типа возвращение блока, да? Ага, возвращение блока. Если что, я тут наковальню поставил. Я? Давай. Нет, возле чарки. Я? Давай. Возле чарки. Ты меня не слышишь? Не пойму. У тебя есть чарка? Пойду в мозг копаю. Наверное, нужно обычной киркой копать, а я, блядь, ой, дурак. Можешь кирки на эффективность использовать как, ну, просто для удобного копания. Да я, блядь, решил, надо, блядь, эффективность 4 объединить, сделать эффективность 5, и в итоге не посмотрел, какую закинула, а на одной из эффективных было еще шелковое касание. О-о-о. Да, и в итоге я все запорол. Да, нормально. Могу клип дреды скинуть такой же. Он вообще разочаровал ее. Разочаровал. Ой, блядь. Ну
поспать? Нет. Блядь. А, не могу кровать есть. Хотите, что ли, энерджузи собахнуть? Кому-то нужны часы? Я в каком-то сумке нашел, так и таскаю с собой. Нет, спасибо. Давайте клирлак сделаем. Да. Окей? Да, да. У нас 4 шмотки. Блять. Ну-ка, ну-ка. Блять, да ладно. Не, ну это не проблема. Просто надо знать об этом. Ну, короче, Кири же сжег мне так железо, наверное. Этот. Вагонетки, короче, считаются как валяющийся блок. А. Так они не на рельсах стоят? На рельсах. Ну вот я, у меня было тут, короче, две вагонетки. Я специально подготовил. И они исчезли. Йок. Йок. Вот узнаю. Блять, интересно, а если в этот момент будет сидеть житель на вагонетке, он, блять, испарится нахуй? Страшно. Ой, ты. Крипер поработал. Ладно, ферма опыта, так ферма опыта. Сейчас я алмазов нарублю. Кириллу принесу их, он их разломает эффективностью. Удачи. Только удачи, скинь, да. Ферму какую будешь делать? Вообще у нас... Кактусами. Блин, ну с кактусами. Может просто, говорю, чтобы они падали, а? Хочешь? Нужно огромную платформу в небе делать. Ну, да. Ну, я не хочу. По-моему, кактусы интереснее, эффективнее, разве нет? Ну, слушай, вашу платформу в небе надо делать только по той причине, чтобы мобы там спавнились. В любом случае придется в воздухе делать. Если у нас тут прорисовка хоть какая-то есть. Ну ладно, сделаю большую платформу в небе. Мне, в принципе, пофиг. Просто уродск. Ну, подальше надо. Не, можно... Слушай, у нас ад уже есть, да, по идее? Угу. Давайте сейчас воду тогда сделаем. Сейчас, короче, я покажу фишку. Мем. Очень смешно. Мем.
Блять, они вдвоем полетели. А, ну хотя ладно. А ты отключил этот? Она работает плагин. По кнопке. Не-не, я плагин. Вложу шанс. Не-не-не, плагин, который дерево ломает. Нет. Как-то странно. Потом мой мост, блин, деревянный. Я хотел, блин. Новые шахты вообще балдеж. Просто ходишь, на стенах алмазы, железо, ничего не нужно ни копать, ничего, просто бегаешь, собираешь, великолепно. Выглядит бомбически. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Паша собрал в школу? Я? Да. Нет. А надо? Да, чем советует. Блин. Придется. Блин. Ясно, с радостью бы собирал портфель в школу. Поспим? У нас не поспали мы, Паш. Да вы чё, вы оба лежали? В смысле вы не поспали? Все? Наверное, да. Спасибо. Very, very thanks. Что круче, монорельс или метро? С одной стороны, монорельс типа этот панорама, но сделай что-нибудь. Она будет торчать так наверху. Бля, 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 куда, 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 куда? Почему мне он свинью привез? Происходит ты? Мне свинью привез, понимаю, вообще. Тебе кто-то свинью подкинул? Да, мне житель свинью подкинул. Теперь я еду. Чё, не понял. Ты готов ломать? Да. Его начну. Так, морковь на морковь. Два стака. Ломай, бля. Ломай, ты хочешь.
Хочешь ломать? Так, отлично, два стака есть. Ой, я заразнял. Где? Перед входом. А что вы делаете? Кирки ломаете? Собирай слаб, с этого опыт еще просто падает. Ближе, ближе. Так, крыша есть. 24 алмаза. А сколько еще было? 16. 28. Ну это круто, это сильно. Работает? На самом деле маловато как-то. Ну лучше, конечно, чем 16. Ну да. Так понимаю, мне для фермы нужно очень много ресурсов какого-то, типа камня. Ну да, да. Эх, я скопать не перекопать будет. Они не будут гнилой плоти есть, если я ее выкину. Их может постакать. Кто-нибудь слизней находил? В аду. Они не были зеленые. А, блин. Так, слушай, Кир, короче, в ближайшее время не ломай ничего. Эти... В плане. Чистку не делай. Я тут просто эти кормлю, они постоянно халку выкидывают. Я говорю, когда я делаю, я вообще не делаю. Не-не, просто сейчас. А, кстати, Слав, ты можешь, кстати, зачаровывать книжки. Но они дают не несколько чаров, а одно. Я это понял, там, где лазурит, у тебя книжки лежат. Ага. Смотри, какие-то, может быть, даже тебе понадобится что-то из них. Не, я иду ва-банк и сразу чарую шмотку. Но это помогает скипать. Не нужно изучать. Там, если что, можно еще снимать чары. Но за это, правда, дают херню опыта, прям вообще ни хрена практически. Может, 1%.
Бессмысленно в таком случае. Неэффективно. Как посвистеть, чтобы лошадь вернулась? Чего? Посвистеть, как лошадь призвать обратно? Никак. Она спалила? Можешь, короче, поводок сделать. И водить ее. Меня лошадь съебала. Что делать? Ловить ее. Ты ее задиспавнил, наверное. Кстати. Ты убил мою лошадь. Это не я. В алмазной броне. Кто мне это компенсирует теперь? Ну, бля, если она в алмазке, ее, кстати, видно будет издалека. Ее вообще не видно нигде. Светит. Былая, да сплыла. А, но она не это, какая не может пропасть. Именно. Как видишь. Не, именно. Как это? Ну, полностью исчезнуть не может. Она есть. Если есть, то она есть. Она просто съебалась куда-то. Верим? Да. Я нет. Дезинтегрировал лошадь. Молодец. Молодец. У тебя каска или ОСАГО? Так, ситуация. Не понял. Раз, два, три. Раз. Жопа подо три. Три. Пять. Восемь, девять, десять. Чё, блять? Как так получилось? И можно ли подвинуть их теперь? О май. Ладно, допустим. Хорошо, ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, он тут застопится. Даже 7 штук. А, отступ. 8, раз, два, три. Пять, шесть. Зомби-житель. Каких много? Возле хаты у меня. Его надо закупорить куда-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Блять, лошадь угнали. Так, теперь надо понять, как историю подвинуть. Да. Не порушив ничего им. Как раз это все начал делать. Сейчас истерика будет. Кирилл, у тебя дома нету ее? Лошадь еще гляну. Вот она, тут. Все понятно, угнал. Она недалеко от портала. Вот. Охренеть. Она, кстати, могла в это в ад ходить и вернуться. Тоже мне платва. Привязывай ее просто, ну, поводком. Где поводок? Вот. Назад. Где поводок взять? А поводок скрафтить сейчас. Спасибо. А, блять, ну нужна эта какая слизь. Ага. Такого нет. Да, у меня тоже. Надо загуглить, моменте, где они появляются. Ты пространство под землей роешь, и они появляются. Разве? Там же, по-моему, что-то поменяли. А, с 1.4.2 версии встречаются на поверхности в болотном биоме в ночное время. Болотный. Наверное, я был в нем. Я там не видел их. Ну ладно. В ночное время. Я и в дневное, и в ночное. Все пробегал во все времена. Ладно. Ферма Попыта. Так, ну, вроде удалось их перевести. Плавильни из чего? Как ты рецепт плавильни вообще получил? Что плавильня? Как ее делать? Печь вот это вот? Ну да. Печка нужна обычная. Дважды пожарить камень. 3 штуки. И что еще? Печка, дважды пожарить камень. Ну, благо у меня камней несколько стаков. Вот, надо пожарить. Ну, именно, ну, плоский, гладкий камень. Не булыжник. Значит, еще раз надо пожарить. Ничего не понял. Сейчас.
Сейчас. Короче, надо 5 железных слитков, 1 печка и 3 гладких камня. 3 гладких камня, 1 печка и 5 железа. Ладно, давай попробуем. Да бля! Опять забор сломал. Да. Хорош. Дай его. Бесячая хрень, очень бесячая. Можно вырубить, наверное, этот плагин уже. Рисую. Эти лопата просто пизда. Ah.
Так, ну все. Встану АФК, покушаю, пока ферма работает. Она работает? Угу. Ну, вроде работает. Ебанет? Не, не должно. Не должно. Может даже засечь. Сечь? Сечь. Только над днем. И off, no.